Всем привет! В этом видео я собираюсь становиться Ханой за... У меня возникал вопрос. Я знала, кто такая Хана. Я знала, что она существует. Первое, что нужно сделать, помыть голову. Для этого я уже помыла голову. И люди мне в целом говорили, что типа, ты похожа на Хану. И я такая... Спасибо. Пау-пау. Маша выполняет 21 пункт для того, чтобы стать Ханной и никогда не заканчивает. Потому что у нее появляется еще один пункт, потом второй, третий. В итоге... Она рожает детей, становится мамой, но так и не становится Ханной. Немного времени, я уже помыла голову. По-моему, видео можно заканчивать, потому что я уже похожа на Ханну на 100%. Знаете вы, кто такая вообще Ханна? Порноактриса. Информация по ней закончена. Вообще, она очень красивая, очень классная. Извините, пожалуйста, не носки. Нет. С моим бэби-фейсом сделать что-то такое, типа бич. Это выглядит очень смешно. Но мы пытаемся. Я делала вообще макияж Ханны. Это было давно. Чтобы я прям села и такая, все. Все, у нас будет Ханна сегодня. Первое, что нам нужно сделать, это помыть кисти, которые у меня очень грязные. Не очень, но не грязные. Начинаю я свой макияж с бровей. Нужно расчесать наши брови. Как я вообще пришла к тому, что я хочу делать макияж, я не знаю. Даже не знаю, что вам рассказать. Можно вы спросите или не спросите, но я скажу. Зачем я начала вообще делать? Возможно, я куда-то пойду. Мне некуда сегодня идти, потому что все находятся в школе. Я тоже должна, мне плохо, я болею. Мне не видно. Я сделаю макияж и смою его. Начинаю, кстати, всегда с бровей. Что странно, потому что все обычно начинают, типа, тон, вот это все. Я начинаю с бровей. У нее очень достаточно темные брови. Ну, не черные, но темные. А у меня они светлые. Когда я сделаю макияжем, я выгляжу очень смешно. Я похожа на этого, под этого? Теперь мы делаем мою самую любимую часть. Редактируем наш нос. У меня в детстве были большие комплексы, и когда я начала краситься, я делала свой нос. Я его, во-первых, фотошопила. Очень беспалевно. Может, когда-нибудь я покажу свою фотографию, когда я начала только делать макияжи. У Ханны очень интересный макияж, потому что у него на клоунский, в хорошем смысле. Я люблю такой макияж. В этой палетке есть очень много розовых. Макияж клоуна мне всегда нравился, если я любила делать вот подобное. Это не очень яркие румяшки. Я делала не вот так, я делала вот так, чтобы у нас лицо опять-таки было не такое, а вот такое. Растушевываю, чтобы у нас какая-то граница появилась, чтобы хотя бы как-то более по-человечески выглядело. Но она по-человечески выглядит. Я забыла сделать самую главную вещь. Все супер, бум и класс. Кто не верит, тому глаз. Делаем такую пимпочку. Видите, как она сияет? Это просто за километр упасть можно. Жихан, Хан, у нас должно быть прям сиять все изнутри. Вы увидели меня, ваши действия. Я была своим подписчиком, я бы тоже написала в комментариях. Боже, я это не страшно. Вот здесь вы можете заметить, как я убираю всю муку с лица, и у меня очень удачно получается. Я наношу вот сюда сияшку. Вообще сюда никто уже не наносит. Сейчас мы будем делать самое интересное. Это стрелки, боже мой, все ждали. Я так боюсь, потому что я стрелок делала очень много в своей жизни. Как мне поставить камеру, чтобы было видно? Фиговый из меня блогер, конечно. Теперь осталось только вот это закрасить. Я закончила, сейчас я вам покажу полный образ. Всем привет, с вами Ханна, можно познакомиться? Нет, нельзя. Вау! Это похоже на то, как утка говорит «вау». И вообще, вы знали, что утку можно манить манкой? Я нет. Я ничего не вижу. Я сделала вот так, то я похожа на какую-то Дашу путешественницу. Сходство с Дашей путешественницей просто 10 из 10. Очень надеюсь, вам понравилось это видео. Вы его оцените лайком, комментарием, потому что я очень старалась.